Ну что, друзья, всем очередной привет. Затопил печку. Сейчас покажу. Кое-что случилось тут. Обнаружил следы чужака. Также покажу свои приобретения. Сегодняшний выпуск будет новогодний. Следующее видео уже будет после Нового года. Так что сегодня украшаем землянку. Готовим праздничный обед. Ну и все будет в лучших традициях, как говорится. Сейчас все покажу, расскажу. Первое, что хотел показать. Смотрите. Там коптильня. И метров 50 там уже землянка. Вон там дымится. И вот что я обнаружил. Подходим к коптильне. И что мы видим? Какой-то охотник походу проходил. Ну, это я уже тут натоптал по следу. Два лыжных следа идет. Широкие лыжи. Он там ехал. Потом, видать, увидал. А это козлы. И сюда свернул. Поехал сюда. Здесь остановился. Посмотрел. Что здесь происходит. Потом поехал дальше. Вот здесь отчетливо видно. И вот здесь вот. Поехал туда дальше. Землянка вот здесь вот прям рядом с ней проезжал. Вон дымок видно. То ли не заметил, то ли решил не заезжать. Короче, место почти рассекретили. Так-то незаметная землянка. Вот труба только единственная. Такая асбестовая труба торчит из кучи мусора. Не знаю, догадался, нет. Так что вот такие пироги. Сейчас покажу, что приобрел для Нового года и вообще. Кстати, надо проверить эту кормушку для птиц. Может, кто-то скушал уже там что-нибудь. Прилетал. Посмотрим сейчас. Так никого и не было. Надо что-то менять, значит. Ладно, попробуем, потом сделаем такую, как домик обычную где-нибудь. Да я не знаю, вообще зимой здесь что-то птичек-то особо не слышно. Летом еще слышно было побольше как-то. Зимой вообще почти нет, ну иногда пролетают. Не знаю, ну можно сделать, попробовать. И другую.
Так, первое приобретение — это вот такая вот фотоловушка. Наконец-то будем ставить ловушки. Козликов ловить, лисичка тут ходит. Посмотрим, где тропинка есть, и поставим ловушечку. Не знаю, недорогая, 1700 что ли брал, ну самая дешевая. Режим ожидания вроде как бы много. Минус в том, что она работает до минус 10. Ну не знаю, может сработает. Сегодня, кстати, на улице тепло. Минус, да, минус 2 было. Всего лишь. Вообще перепады температуры. То минус 20, то плюс 1, то плюс 2. Вот такая вот фотоловушечка у нас теперь есть. Также сегодня на праздничный стол будет шашлык. Сейчас замаринуем. Курочку взял. Традиционно в майонезе мариную. Мне кажется, самый такой маринад нормальный с майонезом получается. Пожарим шашлычки. Конфетки будут на праздничном столе. Чай таежный. 9 трав. И купил еще тут фонтан, бенгальские огни. Это, вот, украсим землянку. Купил тут две гирлянды. Все будет красиво по-новогоднему. Еще надо будет, наверное, елочку не буду рубить. Может, веточки какие-нибудь. А, отломленные веточки. Из них сделаю какую-нибудь маленькую елочку здесь. Чтобы все было как у людей, как говорится. Еще наконец-таки приобрел себе такой чехольчик под стамески, резачки. Сейчас удобно таскать. Ничего нигде точно не порежется. Эти резаки не затупятся ни об чем. Сейчас развернем. Будем заниматься творчеством. Резачки по отдельности покупаю. Наборы не покупаю, потому что там много, которые мне не нужны. Выборочно покупаю. Так как-то правильный. Зачем за ненужные платить? Так можно по отдельности покупать. Вот такой вот наборчик. Еще там отложено у меня. Надо докупить будет. Нужны, которые. Вот так вот раз свернул. Все компактненько. Удобненько. Может, сегодня еще что-нибудь поделаю. Тарелку надо было делать. Вот
Так, сначала замаринуем мясо, потом пойдем найдем какой-нибудь след, тропу звериную, и поставим, установим ловушку. Потом будем, затем будем украшать уже гирляндами землянку, елочку ставить. Хотя нет, что-то прилетели, расчирикались. Значит, надо кормушку переделать другую. Не замечают ее, видимо. Вот какой-то свежий след. Какой-то странный так. Бобринный, что ли? Как будто палку какую-то тащили. Ну, кто будет таскать только бобры. Вот видите, такая полоса идет. Рядом со следом. Надо бы еще одну фотоловушку на землянку, чтобы, если что, видеть, кто приходил. Может, приобрету еще потом.
ампутация. Вполне хорошая елочка получилась. Нашлась. Из этого старого штативика и сделаем подставочку. Опа, пригодился. Не зря не выкидываю ничего. Хозяйство все сгодится. Вот. Нормальная подставочка. Один бок у него лысоватый, но как, все равно как раз в угол поставлю, мне там ветки не нужны, само то. О, как тут и жила. Нормально. О, блин, нога отпала. Включаем. Красота. Так, сейчас
что чай еще пожарить надо. Пилил маленько, зацепил пилой. Вроде царапинка, а что-то кровь льется, как это, с поросенка. Так что не обращайте внимания. Там небольшая царапинка. Вот это на одну тарелочку потом сделаем. Сейчас одну сделаем. Печка прогорела. Думаю, вот эту сейчас сниму и здесь прям буду жарить. Мангал получится. Мангала-то у меня нет. Она сейчас снимается все равно. Попробуем. Жару сколько. Все, насаживаем мясо. Жарим шашлычки, прям земляночки. Универсальная печка. Вонять, наверное, только будет. Ну, дверь приоткрою. Такая мисочка получилась. Нормально. Шкурить не буду. После резца долговечный. Резец как заминает волокна. И никакая влага не попадает. А если шкуркой пройдешься, это нам не видно, а так волокна поднимаются. Шероховастость такая получается. И уже менее долговечная. Топорная работа, как с давних пор считается долговечнее, чем после пилы. Наждачки.
Так оставлю. Может потом маслом еще льняным покрою. Ладно, будем накрывать на стол. Вроде пожарилось мясо. Все уже готово. И будем праздновать. Лампочка как-то тускло стала светить. Светодиоды, что ли, эти недолгие. Неделю, наверное, две или продержалась. Все уже тускло стало светить. Заряд аккумулятора вроде нормальный. Не знаю, что. Ну что, друзья, всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все ваши мечты, желания сбывались. Удачи вам, здоровья. Спасибо, что смотрите меня. С наступающим! О, дымогару-то надо проветрить. Надо какой-то заварник, чтобы листочки не попадали. Сейчас еще эту салют не стал покупать, чтобы не шуметь тут, зверушек не пугать и внимание не привлекать. Купил вот простую вот фонтанчик. Сейчас запустим, попробуем курочку сперва. Пропеклась. В землянке такой аромат стоял. Основной дым тянуло в печку. В землянке только пахло курочкой жареной. Так что можно жарить так, таким способом. Всем приятного аппетита!
На улице еще не совсем стемнело. Но все равно зажгем, да и все. Ждать еще к темноты. О-хо! С Новым годом! Хотел бесшумно, что-то не получилось. Всем до следующего года!